В Германию прибыли первые мигранты из Сирии по схеме «один за одного» в рамках соглашения ЕС-Турция. В основном это семьи с детьми. Группу сирийцев, попадающих под действие соглашения, определяли сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сразу после прибытия их направили в центр первичного приема, а днем ранее из Турции выслали первых нелегалов в соответствии с соглашением между Брюсселем и Анкарой. Напомню, оно было подписано 18 марта. Документ предусматривает обмен беженцами. В Турцию депортируют 72 тысячи нелегалов и тех, кому отказали в убежище. А Евросоюз примет такое же количество официально зарегистрированных мигрантов из Сирии. Многие мигранты испытывают проблемы со здоровьем или нуждаются в особом медицинском уходе. Они смогут получить ее прямо здесь, в центре приема. Им не придется проходить стандартную процедуру проверки, в отличие от других беженцев. Вся необходимая информация у нас уже есть. Им сразу дадут статус, и они будут расселены в течение ближайших 2 недель.